свободу! Чего желаем вам! И я в любую погоду я в Линскому голос отдам, отдам, отдам! Президента хочу настоящего, умного, работящего, смелого и молодого, Явлинского, одним словом. Я на зорьке поле вышла, заплела атласных лент, сердце мне шепнуло, Гриша, мой избранник президент. Сердце мне шепнуло, Гриша, мой избранник президент. Сердце мне шепнуло, Гриша, мой избранник президент. С Григорием Алексеевичем поговорить бы по душам, посидеть бы с ним тепереча, обсудить все не спеша. Головастый человек, сразу видно, за такого президента не стыдно. Закончил готовиться на рассвете, государственный экзамен, нервы напряжены. Всего один вопрос у меня в билете: кто достоин стать президентом страны? Вопрос вам известен, отвечать прошу кратко и четко. Григорий Явлинский! 5, давайте сюда зачетку. Решено, что вскоре я выберу Григория. Тот богаче, тот краше, а другой споет и спляшет. Только в этом споре я, да выберу Григория. Как я Явлинский явится, вся страна поправится, не по щучьему веленью, по уму и разумению. Я инспектор, очень строгий, стоп-машина, отвечай. За Явлинского? Так точно, молодчина, проезжай. Сказал, что нынче, мол, выбираем из двух зол. Я добро хочу найти, мне с Явлинским по пути. Мы выбираем разум. Явлинский, это серьезно. Мы выбираем сразу. Потом уже будет поздно. Сладко спит мой ангелок. Я же сяду. Нас уверяют с телеэкранов: битва гигантов, битва титанов. А по-моему, лучше живые люди. И пусть президентом Явлинский будет. На горе растет репетитор, а вот история. Мы деревни
На горе растет репей, такая вот история. Выберем нею свою, выберем Григория. На машинке подошьем голубую ленту, сына Гриши назовем, прям как президента. Выбираем Гришу. Того самого? Того. Как того? Явлинского! Стой, кому же щи я грела? Щи потом сначала дело. Накануне того дня все зависит от меня. Вдруг до голоса не хватит одного за Григория Явлинского. Среди кандидатов Явлинский, пожалуй, мне самый близкий. Позвольте, в чем же причина? А он настоящий мужчина.